Фактически раздражение на 50, а то и на больше процентов у нас означает усталость. И в этой связи нужно это четко понимать, особенно в отношениях с близкими людьми. Допустим, после лекции вы приходите домой, и ваш муж злится. Вы подумаете, что-то ты, вы скажете ему, что-то ты несмиренно себя ведешь. В результате не постигнешь наши отношения глубоко, и меня не поймешь глубоко тоже. Вы ему, допустим, так скажете. Но на самом деле он просто устал на работе. Как маленький ребенок хочет спать и капризничает. Не то, что он не смиренный. Он когда сисю пососал, он очень даже смиренный. Такой, очень смиренный такой лежит и добрый. Потому что он наполненный. Но взрослый человек ничем не отличается от ребенка в этом плане. То есть, когда человек наполненный, он становится смиренным, самодостаточным. А когда он больной, он капризничает. Я даже видел духовно развитых людей, больных, и они капризничали в это время. Потому что им нуждалось, они нуждались в помощи, это не значит, что они не смиренные. Это очень важный такой момент в жизни вообще. Вот понять, что ну, все люди большие, это маленькие дети внутри. И когда человек устает, хоть большой дядя, хоть маленький, они одинаково будут капризничать. Только маленький он пищит тонким голосом, а большой пищит грубым. И когда пищит грубым, кажется, что это несправедливо. Когда пищит тонким, кажется, что вполне справедливо. Вот в этом вся разница, понимаете? Но по факту, чаще всего вот это вот несмирение люди проявляют просто из-за того, что они слабые. Женщина капризничает, значит, она устала. Мужчина капризничает, злится, нервничает. Это значит, он устал просто. Если мы с этой точки зрения понимаем ситуацию, все становится проще в жизни. Но сама по себе капризы вызывают протест. Какое ты имеешь право со мной так себя вести? Да он и не хотел особо. Просто так получилось, если так разобраться.